ребятушки. Ну что, наконец-то мы добрались и в Карпаты. Вот такая тут красота. Снега, правда, маловато, но тут предгорье Карпат, так сказать. Все катаются. Вот за той горкой Буковель начинается, вот за той, да. Там и на тюбах, а тут на лыжах. Вот такие тут горы. Вот такие Карпаты. Ну, если серьезно, это Сумы. Город Сумы. Совсем не западная, а скорее даже восточная. Тем не менее, кататься можно. Правда, снег тяжелый, его мало. Он мокрый такой. Дом, короче. Конечно, но вот такой подъемничек тут мобильный. Вот там раньше был на прицепе, а теперь прямо в бусе у него двигатель, который крутит это все дело. $150 2 часа. Приезжайте все. Вот так вот бугелек поднимает.